Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я знаю, что на этом канале вам очень нравится музыка, поэтому я решила сделать отдельную рубрику, которая называется «Музыка одиночки». Музыка одиночки. Я хочу представить вам свою первую песню, которая называется «Англичане». Меня вдохновили шикарные горы, которые там есть, и прекрасная река, так что песня называется «Пульта телека». Я не могу тебя найти. Спасибо. Эту песню я сочиняла всю ночь, потому что она гениальная, и я надеюсь, что она вам понравится. Она называется «Девочки в Инстаграме». Надеюсь, что-нибудь. Спасибо. Следующая песня называется «Самая большая ложь на планете». Искусства, и я принесла туда свой мусор, его оценили в 1 000 000 000 рублей, и вдохновясь этим случаем, я написала песню «Творчество». Слушаем. Посмотрите на кино, на сериалы, все давно-давно украдено у Америки. Спасибо. Эту песню я посвящаю всем тем, кто недавно избавился от токсичных отношений или находится в них, кому не нравится жить со своим мужем, даже кому нравится, тем, кто любит себя и тем, кто не любит себя. Эту песню я посвящаю всем одиноким душам и неодиноким, которые живут на этой планете, и называется она «Завести парня». Мой чудесный альбом «Гениальный меня» вы можете найти на таких платформах, как Spotify, Apple Music, музыка ВКонтакте. Вот вы на них там ничего не найдете, потому что меня там нет. Они отказались со мной сотрудничать. Но я могу отправить вам песни и весь альбом по имейлу, почте, записать на диск, на флешку, на кассету, если вы чуть-чуть постарше. Если вы еще чуть-чуть постарше, то граммофон, в принципе, у меня тоже еще остался. Ну так вот, спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Ну хотя, я думаю, оно было вам не в тягость, потому что музыка была гениальная. Баху бы понравилось. Я вас очень люблю, особенно когда вы заказываете мою музыку.